С 13 января 2020 года начинают выплачивать региональную социальную доплату к пенсиям. Дополнительные средства пойдут на счет неработающим пенсионерам, если общая сумма материального обеспечения человека меньше прожиточного минимума. Теперь он составляет 9597 рублей. Кроме того, учитывается дополнительное материальное обеспечение, меры соцподдержки, оплата ЖКХ и проезд в транспорте. Для тех, которых появилось право с 1 января 2020 года установить региональную социальную доплату, необходимо обратиться в районное управление труда и социальной защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания в городе Севастополе. Для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина, и документ, подтверждающий, что пенсионер не работает. Гражданам, которым пенсионный фонд предоставил социальную доплату в декабре 2019 года, обращаться в районные управления не надо. На банковские карточки средства зачислят 13 января. В этот же день пенсию можно получить в отделениях почты. А к тем, кто получает пенсию на дому, специалисты придут с 14 по 23 января. В Севастополе на региональную доплату рассчитывают 13 710 человек. Осуществляется она за счет средств из федерального и городского бюджетов. Общая сумма дотаций – 31 миллион рублей. Уже в феврале выплата региональной социальной доплаты будет синхронизирована с пенсией.